Привет, друг, это Зверько и еженедельная рубрика новостей. Сегодня у нас с тобой круглая дата. Выпускают обновление 1.3.70, изменения которого вступят 23 апреля. Тогда же будет доступен скин Зодиак Минотавра Таурус, то бишь Телец, и выпустят стрелка Грейнджера с его первым скином. Разработчики пишут, что многим непонятны описания и адаптируют их для 30 героев. По мне, достаточно убрать ошибки из описаний той же английской версии. Но человек из команды переводчиков с китайского на английский отказывается отвечать на мои вопросы. Ну ладно, изменения героев. Хыбрг. Обзор персонажа в подсказке справа сверху. Ульта. Увеличили урон огнемету, который применяется до взрыва. И я считаю это правильно, поскольку ранее он наносил незначительный урон. Пассивка. Запчасти брони Фироги будут давать больше энергии, а значит Иксбарг сможет применять ульту чаще. У него и так КД ульты 25 секунд без учета предметов. Оптимизировали эффекты навыков. Альфа. Сократили КД ульты 24, 22, 20 секунд, а было 32, 28 и 24. Уменьшили потребление маны на всех уровнях на 20 единиц. Ого, это ап ранней игры на Альфе, которого и сейчас можно встретить в ранге. Тиризла. Оптимизация эффектов и голоса. Фарамис. Первый навык. Исправили баг, когда не было уведомления об уроне. Оптимизировали эффект расстояния навыка. Оптимизировали эффект окончания навыка. Второй навык. Исправили ошибку, когда призванные цели не получали урон от навыка. Франка. Пассивка. Исправили ошибку, когда не срабатывало ускорение к исцелению. Фаша. Добавили озвучку в ульте. Ну все, ща Фаша заиграет. Джонсон. Исправили баг, когда прерывалось ускорение в ульте. Ангела. Второй навык. Настроили место отображения нити. Ланселот и Селена. Оптимизировали эффекты. На этом все, друг. Но скоро будут свежие гайды на Кайо и Диги. Чтобы не пропустить, подписывайся на канал и жми колокольчик. Можешь показать видео друзьям. И, конечно, поставь свою чудесную лапку. Удачи, друг.